Всем привет! С вами я, Александр Сучков. И в этом видеоролике я сегодня буду открывать кейсы на сайте go.ks.pro. В общем, смотрите, что это за сайт и как вообще им пользоваться. В общем, смотрите, вот такой вот сайт. Я постоянно здесь открываю кейсы, вот баланс мой 1000 рублей. Ладно. В общем, смотрите. В чем прикол? Почему я снимаю именно этот сайт? В общем, это реклама и одновременно открывание кейсов. В общем, заходите на этот сайт, если хотите выбить реально крутые скины, выбиваются они сразу. В общем, советую вам именно этот сайт. Так, давайте уже приступим открывать кейсы. Здесь у меня 1000 есть. Так, здесь залагал, ладно. В общем, смотрите, 1000 есть. Давайте посмотрим, какие есть здесь скины. 10 рублей. Не, я буду открывать что-то дорогое, чтобы сразу. Так, нет, у меня с ножами не хочу. У меня есть один сайт. Вы, наверное, видели уже в видео, где кейсы стоят всего ножевые. Там 1000 рублей. Так, АВП Dragon Lore. 5000. У меня не хватает, мне 1000 всего. Так. Ладно. Глав кейс. Нет. Так. Мне что-то нужно такое, ну, конечно, не очень дорогое такое, но на 1000, чтобы сразу открыть. Так. Я даже не знаю, что открыть. Розыгрыши какие-то. Там вот уже комментарии пошли. Так, ладно. В общем, смотрите. Я не знаю, что здесь открыть. Честно. На сайте дофига всего. Я вот думаю, что открыть на 1000 рублей. Так. Ладно. Давайте что-нибудь выберу. Нет, такое я уже выбивал, пытался, то есть. Я ничего такого не выпало. Так. Давайте один из этих кейсов. Давайте, где тут была штука. А где тут... Вот, glow кейс. Давайте мы его... Так. Так, давайте я сейчас закину там немножко, еще чуть-чуть, вообще немножко давайте закину, пополнить. WebMoney. Выбираем мою систему WebMoney. Ну давайте, я не хочу там что-то реально крутое открывать, давайте я поставлю, ну давайте 500 так и оставим, пополнить баланс. Вот тут, смотрите, вот сейчас, ладно. Вот тут уже не смотрите, пожалуйста. Так. Итак, вот я пополнил уже баланс. Я не стал показывать, как я его пополнял, потому что, ну, не хочу вам это показывать. Так, мой баланс теперь 1500 рублей. И я теперь могу спокойно открывать уже Glow Case. Сайт очень хороший. Вот честно, вот правда, заходите на него, открывайте кейсы, вам что-то крутое выпадет. Так, один кейс стоит 229 рублей. Давайте его все-таки... Итак, мы его открываем. И там выпадает... Нет! Ха-ха-ха! Что такое? Так, у нас было 6 кейсов, мы можем открыть только 6 кейсов. Так. Так. Осталось 4 кейса, давай! Хоу! Ну, нет! Нет! Ха-ха-ха, нет! Осталось 3 кейса, мы... я пытаюсь их сейчас выиграть. Блин! Нет! Кейса, вот! Так, я потратил вообще деньги просто так. Нет, я так хочу перчатки. Кейс и все, наверное, будет. Наверное. Так, давай. Нет, ха-ха-ха, да что ж такое? Я в минус вообще пошел. Кейс, который я сегодня еще открою, все. Так, нет. А, да вы что, прикалываетесь что ли надо мной? Вот как могло такое выпасть вообще? Офигеть. Итак, что я могу сказать?
мне не выпали перчатки. Того мой баланс теперь составляет 126 рублей. А было 1500. Я пошел в минус. Я получил всякую хрень. И просто, ну, не окупил кейсы. В общем, как всегда. Ладно, я хотя бы думал, что в этом видеоролике я получу ножи. Ну, не ножи, я имею в виду перчатки. Там всякие другие крутые скины. Я думал, я получу перчатки, я их продам и открою еще пару ножей. Но не хватило. Что такое вот сайт? Может, вам повезет? Вы что, там что-нибудь крутое выбьете? Так, также здесь есть кейсы ютуберов, типа Quantum Games кейс, Nuakoro Game кейс и Мистер Обжорка кейс. В общем, вот ютуберы. Вы можете здесь выбить разное крутое оружие. Я вам советую этот сайт. Он реально очень крутой. В общем, ссылка есть в описании. Я его рекламировать в начале видеоролика не буду, потому что это и так офигенная реклама уже, я так думаю. В общем, все, это... С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео, и всем пока!